мне эта Пасха запомнилась очень. Запомнилась она вот таким сочетанием и скорби, и радости. И было такое ощущение, что братья пострадали, ну, конечно, за Христа, понятно, но пострадали еще и, ну, как бы за всех нас. Знаете, как сказал Тертуллиан еще во втором веке, что кровь мучеников – это семя церкви. Я просто помню, эта Пасха на меня произвела очень сильное впечатление. Она меня потрясла от глубины души. Вот это событие, когда на Пасху произошло. А я тогда только воцерковлялся и был таким человеком, колеблющимся еще неустойчивой вере. Но после этой Пасхи я стал уже православно верующим. Раз и навсегда. Это на меня очень сильно повлияло. Вы в Туринге там были? Там был, да. Да? Да. И все-таки не было вот этого, то есть действительно было светло в итоге, это не было ужасом? Вот нет, было страшно. Страшно было, тяжело, трудно было. И, конечно, была и благодать Божия, безусловно, присутствовала, и все равно вот пасхальное состояние души было, но оно перемежалось вот с этим ужасом от того, что произошло. Но это все-таки человеческое, чувственное отношение к этому, это не духовное переживание, я говорю про ужас. А духовным было понимание, ну, я говорю индивидуально, про себя говорю только, за себя говорю, больше ни за кого. Было такое понимание, что то, что произошло, имело отношение ко мне лично. Потому что, видимо, меня нужно было поставить такие условия, чтобы я увидел, как люди страдают за Христа. И чтобы меня обратить к Богу уже окончательно, чтобы меня привести ко Христу. И Господь меня поставил. Я, ну, все на моих глазах практически все это было, да. И я по первой специальности врач, и меня просили оказать помощь. И у меня еще был знакомый врач, и мы все это видели на наших глазах, мы везли отца Василия в больницу, в реанимацию, и все это на руках, на глазах было практически, да. Он скончался по пути, по-моему? Нет, в реанимации скончался, да. Он был без сознания в этом? Сознание, полное сознание, молился. То есть он это... Да. Ну, как мне казалось, молился, как мне чувствовалось. Я говорю только от себя все. Да. Я могу ошибаться в чем-то, мне это так виделось. А вы с ним были знакомы до этого? Практически нет, видел только. Я как паломник приезжал туда. И вот это вот... То есть вы вообще были присутствовали практически, да, при вот... Ну, отходе души вот такого святого человека. И знаете, я помню... Вот такой был момент, когда мы везли его на скорую помощь, в реанимацию. Я как-то по-человечески хотел его утешить. Сказал, ну, потерпи, ну, вот сейчас мы привезем, уже все, сейчас уже осталось немножко, мы сейчас почти приехали. И вдруг я почувствовал, как-то увидел, что ли, что он уже не здесь. Не в том смысле, что он умер или умирает. А в том смысле, что он духом, душой не здесь, что он с Богом. Он молился. И все мои слова показались такими ненужными, пустыми. И не надо было ничего говорить, просто нужно было молиться, рядом побыть и все. И когда мы привезли его, погрузили на носилки и понесли в реанимацию, я помню, как его выкладывали еще в реанимационный на столик, на операционный стол. Он еще помогал снимать сапоги, еще поднимал ноги. И как-то было такое, знаете, было облегчение, что все, сейчас его спасут уже, все позади, он уже на операционном столе уже. Прошло минут 20, выходит врач, сказал, все, давление по нулям, массивная кровопотеря, ничего сделать нельзя, он скончался. Ну, это такие моменты из того, что я помню, частные. Но хочется обобщить, что кровь мученика в семени церкви, опять же, что все-таки Господь все победил, несмотря на этот человеческий ужас, на все переживания, на все, что произошло тогда, победа была за Богом. В миру явились святые мученики. К вере пришли, ну, не только я, многие люди пришли к вере через их страдания. Поэтому Господь все победил. Вот Пасха, да, Господь воскрес. Но он воскрес с ранами на руках, на ногах, прободенным Богом.
То есть тело воскресшее его было все-таки пострадавшим. Вот это страдание Божие, вот это язвы на теле его, наверное, будут до тех пор, пока будут грешники на земле. Так говорил митрополит Антоний Суворовский.